Мы только что ехали между Южно-Сахалинском и Долинском. Была погода просто отвратная, много снега, ничего не видно. И вот сейчас здесь, возле Разморья, у нас такая погода. Рыбалка прет. Да, и, кстати, на снегоходах, да, я хотел сказать, Разморья, кстати, ой, Стародубск, сразу видно, куча снегоходов, все ездят на снегоходах в магазин там куда-то еще. То есть виды транспорта ближе к северу меняются. Да, вот, например, вот. В общем, местные жители нам подсказали, где находится канатка. Она где-то вот там. Сейчас мы туда пойдем. И самое главное, что мы узнали, что эта школа работает до 7. То есть мы, в принципе, успеваем по времени. Еще есть 2 часа, чтобы покататься. И вот мы уже собираемся. Стоимости 4 часа стоит 250 рублей на одного человека. То есть здесь нет других видов оплаты, только либо 4 часа, либо весь день и оплата наличкой. Ну, в принципе, как мы и ожидали, поэтому взяли себе наличку. Сейчас поедем смотреть, что это за горка. Что, давай показывай мастер-класс. Как падать. Ну вот. Блин, надо просто тут 2 ноги обувать. Thank you.
там неровный, очень много каких-то холмов. Я так понимаю, наша подружка так и до сих пор не зацепилась, потому что зацепляются в основном только лыжники, сноубордистов здесь вообще не видно. Короче, тяжело. Мне тяжело. Кристину просто завезли на снегоходе. Спасибо большое. Перекрутили, да? Да, крепление, молодцы. Потому что у меня левая почему-то была ведущая. Да, я тебе говорю, вот, у меня, видимо, я столько... Я не могла забраться. Вот, а потом я поехала, но что-то запаниковала. Ага. В итоге они такие, так, все. Скажите, как вам? Мне не очень. Ну, трассы скучные, и пугель совсем дурацкий, он вообще не подходит для сноубордистов, чисто для лыжников, как бы вообще. Я устал больше от пугеля, чем вообще от всех покатушек. Очень долго ехать, ну, короче, мне, конечно, того не стоит. Если так, как чисто, как трип, просто прикольно, а ехать ради сноубординга сюда или там горнолыжки вообще нет смысла.